Привет, меня зовут Кен Уинслер, я нахожусь в Канаде. Мы сделаем здесь площадку для барбекю. Это будет открытая площадка, и, конечно, тепловыдача должна быть большая. В принципе, Канада, сами понимаете, это все-таки не Египет. Тут бывает иногда очень холодно. Вот, я занимаюсь инспекцией сооружений, которые делает наша компания, и проверяю всю работу. Вот, я начал из того, что правильно ли сделанная стяжка, имеет ли она одинаковый ровный уровень, придержана ли все правила по устройству слоев основания черновой стяжки. Вот, здесь, как вы видите, уложено напольное отопление с достаточно толстой большой трубы, чтобы была большая тепловыдача. Труба уложена на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Вот, красным у нас идет труба подачи, белым обратка. Вот, поверх трубы идет армирующая сетка. У нас тут два слоя армировки. Все будет мощно и надежно. Я уверен, это будет очень хорошо греть.